Меня зовут Балуева Юлия Васильевна. Я являюсь заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также учителем-дефектологом школы-интерната «Красной Зори». Реализуем адаптированные образовательные программы, являемся единственным образовательным учреждением в Ленинградской области для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день у нас 152 ученика, около 50 из них имеют инвалидность по разным показаниям, это и по интеллектуальным способностям, и по нарушениям опорно-двигательного аппарата. Школа-интернат изначально, из названия мы уже понимаем, что это не просто школа, в которую дети приезжают обучаться. Начинаем с того, что у нас учатся дети со всей Ленинградской области. Это Бокситогорский, Подпорожский, Выборгский район. Все приезжают к нам в Петергоф. И поэтому мы не можем быть просто школой. Конечно, мы интернат. Это пятидневная неделя, на которой дети не только учатся, но и проживают. Кроме этого, я должна отметить, что у нас есть дети опекаемые, есть дети и дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Они вообще находятся у нас от каникул до каникул и сопровождаются ресурсными центрами Ленинградской области. В данной школе каждый ребенок талантлив по-своему. И наша задача – создать ситуацию успеха для каждого ребенка вне зависимости от его ограничений и возможностей. Сегодня к нам приехали гости. И так как сейчас начинается новогоднее время, конечно, во всех образовательных учреждениях происходят елки. Сегодня к нам приехали артисты. И для этого и будет огромный сюрприз. Несмотря на то, что школа была на некоторое время закрыта на карантин, заболеваемость, к сожалению, растет, но сегодня большинство ребят приехали, вернулись к учебному процессу, и сегодня состоится настоящая елка с подарками и с небольшими чудесами. Да, меня зовут Денис, я представляю партию «Новые люди». Но сегодня мы вместе организовали эту сессию «Новый лозунг». А идея такая, то есть мы узнали, что в Ленинградской области есть детский дом, точнее, это школа-интернат. То есть здесь дети-сироты и дети с ограниченными возможностями. Вот. Решили навестить с подарками, так как скоро Новый год, и настроение должно быть у всех. Людей ждет представление, выступление артистов, выступление клоунов, выступление каскадеров. То есть будет программа именно для детей с 4 до 16 лет. Это будут символические подарки, вот. Это будет фигурка, которую можно будет разокрасить, так я думаю, что детям будет интересно. То есть, лучший подарок – это сделать своими руками. Вот. И продукция от веселого довода. Вот. Это будет 3 разных лимонада. То есть, так как здесь доступа к этому нет, я думаю, что будет приятно. Но это самый маленький подарок, который мы могли сделать. Сейчас будет еще строиться студия звукозаписи. Вот. И также сегодня будет большое выступление, и в течение месяца еще приедут другие артисты, которые будут на постоянной основе сюда ездить и выступать, и учить детей музыке, гитаре и актерскому мастерству. Oh, Mrs. Claus, let me be your man.